В Томске из-за коммунальной аварии 60 жилых домов и 5 объектов социальной сферы остались без тепла и горячей воды. Обрыв сетей парализовал движение на нескольких улицах города. Место аварии заволокло паром, и ремонтники приняли решение перекрыть движение на участке дороги. Жильцы одного из домов в эпицентре коммунальной катастрофы даже не смогли выйти на улицу. Участок вокруг здания залило горячей водой. Восстановить теплоснабжение и подать в пострадавшие дома воду энергетики обещают в ближайшее время.